Судебные приставы провели очередной рейд по взысканию задолженностей. Не вовремя уплаченные штрафы за мелкое хулиганство, появление в общественном месте в нетрезвом виде, распитие спиртных напитков в общественных местах могут обернуться для должников административным арестом на срок до 15 суток, обязательными работами на благо родного города, либо штрафом в двукратном размере. Стоит ли напоминать, что в случае своевременной уплаты дополнительные меры взыскания не применяются? Об имеющейся задолженности можно узнать на официальном сайте управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через приложение Федеральной службы судебных приставов для мобильных устройств.